Друзья, всем привет! Жара стоит неимоверная, сегодня середина недели. Вот. Поедем с любимкой, съездим на Вячеславку, посидим на берегу, сейчас время уже обед. Мы как бы не особо на рыбалку, ну и, конечно, попробуем порыбачить, подлещика половить. Охота, короче, сипаша. Сипаша с города охота. Потому что, ну, очень невыносимая жара. Невыносимая жара, люди немножко какие-то обозленные все, на улицах пробки. Вчера тучки летали, по-моему, везде облетели, только наш не полили. Так, ну, в общем, let's go, поехали. Просто посидеть на берегу, искупаться и попробовать что-нибудь поймать. Поехали. Какие-то дебри, непонятно вообще, где мы едем, туда там впереди машины, мы за ними, короче, едем, объезжаем какие-то овраги, покажи враг какой-то. Мы куда-то едем, озеро где-то там в стороне вообще. Короче, мы лягушки-путешественники. А мы хотели, я хотела изучить новые места, чтобы в субботу поехать с ночевкой. А, ну, как всегда, кто-то повелся на мои провокации. Ну, вообще... Это такое трип, да? Весело. Одно радует, спереди машина едет, может. Ну, мы едем за ней. Там кажется, что мы знаем. Они знают, куда они едут. Такой квест, короче, прям. Ну, здесь, в принципе, одна дорога. Если это можно назвать дорогой. Ну да, накатано же. Ну, накатано, да, кто-то ездил, куда-то ездил, тут непонятно, кто и зачем сюда ездил вообще. Ну, короче, пока едем. Ну, едем. Успокаивает тот факт, что на нас как минимум четверо. Это прикольно. Все, короче, мы это все проезжали, оказывается, там есть дорога нормальная, вот такая полевка накатанная. А мы, короче, через какие-то кушара, дебри, короче. Мы не ищем легких путей. Да, да, да. Причем это было всю жизнь. Да? Угу. Мы, в принципе, добрались. Нашли здесь вообще мало людей. Вода чистая, теплая. Вот. Больше паниковали. Ребята, такая красота. Вот такое местечко мы нашли. Есть, слышно. Пойдем искупаемся для начала, а потом уже все остальное. Рыбалка, отчет. В общем, поехали. Ну кайф, все равно кайф. А вон деревья, смотри какие. Ага. Вон дрова есть.
Сейчас посмотрим, поизучаем местечко. Ого, сколько окон. Так, ребят, начнем со спиннинга, попробуем вертушку. Может быть, есть щучка здесь, возможно. Ну или окунь, хотя бы. Так, ребят, на вертушку на спиннинг прям что-то совсем никак. Пойду попробую донку поставить на мирную рыбу. Должна же здесь быть рыбка. Ну, судак тоже должен быть здесь, конечно же. Ну, посмотрим сейчас. Сначала на мирную рыбку поставим, потом попробуем, может быть, судака. Так, друзья, попробую на донку. Вот я поставил кукурузку одну, простая прикормка и опарика. Два красных, одного белого. Давайте попробуем. Попробуем. Есть ли здесь мирная рыбка? Не глубоко, кстати, здесь. Совсем не глубоко. Вот и первая рыба. Не прошло и 5 минут. Что-то есть. Что-то небольшое. На опарыша. Густерочка. Ну, как и предполагалось. Да, опарыша она любит. Это прикольно. Хорошо. Так, это интересно. Не глубоко. Можно даже на лодке встать, прикормить и на опарыша на удочку ловить. Это прям прикольно. Какие поклевки. Прям мощный. Опа, есть. Вроде бы есть. Или нет? Нет, вроде бы нету. Поклевка была прям мощная. А, нет, есть, есть, есть. Опять она. Густерочка.
Вот, вот такая прелесть. Прикольно. Кайф. 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 Да, интересное место. Клюет густерка, чё, почему нет? Это тоже рыбалка. Классно. Прикольно. Самое главное, что здесь тишина. Тишина, народа нет. Не знаю, как будет суббота-воскресенье. Но у нас в планах приехать с ночевкой, с палаткой и оккупировать островок, который мы облетели на дроне. Очень атмосферное место. Интересно, будет ли там кто-нибудь или нет. Так идея интересная. Приехать в субботу, заплыть на остров, поставить палатку, попробовать половить рыбку. Я думаю, будет круто. Как вам такая идея? Интересно, если здесь судак, по идее, должен быть, почему нет? Ну, поклевочки есть. А парик работает с прикормкой прям хорошо. Интересно, видишь, хороший лес есть здесь? Должен же быть, по идее, не только густера. Или подлещик. Это подлещики, по-моему. Опа. Есть. Да, есть. Опять что-то небольшое вроде. Ух ты, сопротивляется. Да. Да, это подлещик. Небольшой. Блин, ну круто. Круто. Ладно, ребят, не буду больше играться. Надо пойти перекусить и накачать лодку. И поехать на лодке на поплавок посидеть, это будет намного интереснее. Ох, как пахнет прям чудесно. Это джигидан. Травка здесь. С насекомыми пока терпимо. Нормально, здесь полянка такая. Можно волейбол играть, бадминтон. Класс. Офигенный воздух. Здесь такая красота, шиповник такой большой-большой. Красивый. Есть? Подлещиков? Ребят, вот такое у нас, в общем, предложение. Сейчас мы перекусим, потому что мы не кушали еще. У нас все по-простому. Огурчики, помидорчики, бутики. Сыр, правда, у нас расплавился в дороге. Все будет пламенный сыр. И все, перекусим. Еще мы соль забыли. А у меня есть соль в машине, я сейчас принесу. Давай. Вот. И потом накачаем лодку и пойдем на поплавок. Заплывем недалеко от берега, посидим на поплавок, густерку полаем. Или подлещик. Все-таки напишите в комментариях, кто волокет в рыбе, густерка это или подлещик. Да, я возьму спиннинг с собой с резинками, попробую отводной поводочек. А может быть и судачок нас порадует. Или хороший акушарик. Вот такая история.
Юху! Сейчас я соберусь с мыслями. Тебе холодно? Нет, нормально. Давай? Да. Как? Ну, у меня такое ощущение, что когда-нибудь меня укусит какая-нибудь акула, сука. Никто не укусит. Я поймал русалку, русалку, русалку. Не, вода реально теплая. Угу. Класс. Там где-то правые рыбы моей мечты. Русал. Ребят, в общем, я заплыл 50 метров от берега. Здесь глубина 2,5 метра, около 3. Прикормил и буду пробовать на опарыша. Подлещик, может, лещ будет. И сейчас чуть-чуть, как ближе к вечерке, покидая резинки еще. Может быть, что-то будет на резинке. О, первый улов. Плотва. Прикольно, нифига себе проглотила. Хорошая. Отдай крючок. Сейчас я чувствую здесь оттопырюсь. Да, дай же крючок. Ну это... Опа. Да, еще одна хорошая плотва, ё-моё, прям зачетная такая. Офигенно, это приятно. Проглотила-то как. Да, дай же крючок. Круто. Очень комфортно вечером, да, клюет на кукурузу. Опа, рано поторопился. Ух ты, сбило. Блин, удочка у меня маленькая на глубине, неудобно ловить. Так, все-таки на кукурузу не очень активно, на опарыша получше будет. Интересно, смотрите, ближе к берегу с донки на опарыш идет подлещик. Чуть-чуть подальше, а поглубже, там плотва. Ух ты, поторопился. Ну, хорошие поклевочки, интересно. На поплавок всегда интересно ловить. Это реально такие впечатления детства. Сидишь себе спокойно, пялишься на поплавок. Классно, Вячеславка, огонь просто. В плане комара, мошки почти нету. Очень комфортно. Вечером не жарко. Днем, когда жарко, искупался. И опять не жарко. Короче, кайфово. Рыбка играет вокруг. Угу. Поклевки есть. Так, ладно, ребят, не буду баловством заниматься. Немножко покидаю резинку. Вот такой цвет у меня есть. Уже старенькая она, с небольшим грузом. Попробуем, может, судачок тяпнет все-таки. Или щучка может ездить где-нибудь. Глубина хорошая. Мама.
Дно хорошее, кстати. Грузик маленький. Грузик маленький. Глубина здесь хорошая. Дно хорошее тоже. Эх, а здесь поклевки. Хера сейчас. Прикольно. Ладно, пойду прокидаю камыш немножко. Сегодня так чисто. Разведка. В общем, есть подлещик. Есть. Так, ребят, ну давайте попробуем кидать камышек. Может быть, щучка. Вдоль камыша пройдем туда-сюда. Щучка, может, окунь будет. Хорошая блесна, отличная просто. Травка здесь есть. Хорошо, щучье место прям. Опа. Нет, это травка была. Оп. Опять травка. Да, травка. Место щучье хорошее. Попробуем. Ох, как летит. Чудесно. Около метров 30-40. Видите, да? Оп, травка. Неужели здесь нету щуки? Не может быть такого. Вот она. Вот она, родимая, есть. Серёнок. Ну хорош. Ух ты.
хорош. Все, дома. Фу-ху. Кайф. Ребят, вот щучка первая в этом году. Красотка. Ух ты, что-то есть. Опа. Ух ты, еще ребенок. Ой-ой-ой, какой бойкий. Это кайфы, да, это кайфы, ребят. Есть щучка, класс. Ух, хороший камушайник. Оп. Крючок надо поменять на эту блесне. Блесна отличная. А крючок вот никуда. Великолепный камушайник. Просто бомбический. Оп. Нет, травка, это была травка. Прикольно. Опа, есть. Что-то зацепилось. Зацепилось, что ли? Ё-моё. Нет, сидит. Зацепился щуренок маленький. Офигеть. Прикольно, ребята, есть поклевки фиковые. Маленькие щурёта. Вот такой 700-800. Пару щучек взял, пару сходов. Прям приятно, очень приятно. Интересный камушек такой. Оп. Был ударчик. Да, это ударчик был, это не трава. Ударчик сразу слышно. Хорошая блесенка, небольшая такая. Приятно кидать, приятно играет. Замечательная вечерка просто получилась. Реально.
Рыба в камешах играет. Рыбы много. Ой, великолепный закат такой просто. Обалденно. Оп, вот она, да, зацепилась. От... Нет, 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 непонятно, на меня идет что ли, да, или маленький шевенок, или что это, да, совсем маленький. Ух ты, блин, ну тебя мы отпустим, конечно, тебя мы отпустим, расти, расти. Да подожди ты, стой, зацепишься сейчас все сильнее. Блин, тихо. Маленький, но сильный. Все, иди к мамке. Основное нападение прям берет. Он на проводке не очень. Ух ты, блин, какая красота просто. Ого, это щука была в камышах. Хорошая. На щуки хватает здесь. Оп. Оп. Нет, это камыш, по-моему, был. Ну что это такое? Да, камыш. А, нет, акушарик. В это видите, на такую блесну подарился. Сумасшедший. Нифига, я думал, ударщик этот был в кусты. Нет, акушарик. Офигеть. Кайф. Да, железо классика работает всегда. Прям очень круто. Прикольно. Отличный выезд получился. Отличная вечерка. И даже пару щурку на жереху. Просто замечательно. Опа! О, это что-то получше. Кто ты? А, блин, кто ты? Я камыш. Ой, блин, прикольно. Рыба играет прям хорошо в камышах. В этом камыше можно плыть, а его там, видимо, невидимо. Наверное, метров 500-600 можно плыть, плыть и обкидывать все. А там, да, опа, вот это удар был. Есть, что-то подсело, но небольшое. Опять окунь, что ли? Да, окунь, по-моему. А, нет. Или сошел. Ну, удар был, да, хорошенький удар. Окуня хватает здесь, оказывается, тоже небольшого.
Нет, нет, кому что было? Ну или трава, или камыш. Ах, какая красота! Смотрите, это божественно просто. Охо-хо. Кайфы, просто великолепие какое-то. Вот ветра, кстати, нету, а иногда видно, что тын-тын, камыш кто-то бьет. Непонятно, кто это. Комары, мошки мало, ну, бзыки есть. Оп! Нет, это дно, по-моему, здесь мелковато, да. Ух ты, а вот там кто-то плещется прям хорошо. Опа, и здесь кто-то. Здесь акушарики, по-моему, ходят. Ходят акушарики. Да, это акушарик был. Ну, отводной поводок здесь можно. Здесь такое дно. Ил, не ил, непонятно. Красота. Да, ребят, смотрите, это просто великолепие какое-то. Невероятно. Кайф. Божественно. Друзья, вот такой великолепный выезд у нас получился на Вячеславку. Великолепное место. Есть улов, щучка. Круто. Как тебе понравилось? Я просидела целый день, конечно, понравилось. Короче, круто, очень круто. Подписывайтесь на канал, будет еще много интересного. В субботу, воскресенье приедем с ночевкой, попробуем переночевать на острове. На острове будет классный трип, целое приключение. Ну, всем добра. Рыбакам не хвоста, не чешуи. Пока. Как? Леша, с которого вкусно. Мы приехали, говорит, слушай, какая Nissan предусмотрительная, оформила вот она щучка. Прелесть какая.
ты говорит, ты, ты зачем так сделал вообще? Он говорит, ну Лешина жена так сделала, я так сделал. Я говорю, а ты что, тоже будешь прыгать? Он говорит, братан, спасибо. Thank you.